Погода утром не порадовала, однако участников забега это не остановило. Информацию о мероприятии распространяли в колледжах, техникумах, вузах, в социальных сетях и на главном сайте анапской молодежи «Южак». Дистанция 2 километра. Цель – размяться, а заодно сказать свое «нет» наркотикам. Народ засиделся дома, в учебных заведениях, вот на свежем воздухе. Почему бы не пробежаться сегодня? Спорт, он противоборствует наркомании, любым вредным привычкам. Соответственно, если ты занимаешься спортом, то у тебя даже мысли не возникнет какой-то либо другой деятельностью заниматься. Девушки учатся в анапском филиале Сочинского госуниверситета. Среди них второкурсница Дарья. Как говорит она сама, бегает редко, но метко. Не так давно участвовала в поддержке наших олимпийцев. Люблю ходить везде и всегда. Участвую в жизни универа просто для себя. Самой нравится. Старт был долгожданным для многих участников. Их ждал финиш на Театральной площади и утренняя зарядка. Александр Ребека, Роман Беркалеев, Анапа регион.